Как пишет издание «Коммерсант», по всей России насчитывается примерно 80 тысяч машин, собственниками которых числятся умершие люди. Так, Госавтоинспекция России начала отлавливать автомобили, собственники которых уже умерли, но на них продолжают передвигаться другие люди. Вероятнее всего, что такие машины приобретаются по доверенности, и новые владельцы не регистрируют их на себя. Официальная регистрация подобных автомобилей прекращается, а их передвижение приходится отслеживать сотрудникам ГИБДД по камерам. Если же сотрудник госавтоинспекции остановит такую машину, то он должен конфисковать регистрационные номера и СТС авто, а само транспортное средство отправляется на штрафстоянку. Такой водитель будет оштрафован по статье 12.1 КоАП «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке». Размер штрафа за первое подобное нарушение составит от 500 до 800 рублей, за повторное – 5000. Кроме того, выписывается и штраф за вождение без полиса ОСАГО, так как в случае смерти страхователя либо собственника автомобиля полис перестает быть действительным. У меня пока все. Еще больше новостей доступно на нашем сайте tarantas.news. Пока!